Свой профессиональный праздник сотрудники библиотеки имени Пушкина проводили вне рабочих стен. Вместе с юными читателями они вышли на улицу, чтобы принять участие во всероссийской акции «Бегущая книга Росатома». Был квест, то есть мы бегали по городу, опять же, интересная форма представлена, что мы не сидим в здании библиотеки, да, а бегаем и спрашиваем у народа, что они знают. Небольшие вопросы были заданы людям, и опять же, людям было интересно. Никто не ожидает, а мы гав тут, раз. Ребята спрашивали у горожан, знают ли они, когда родился Александр Сергеевич Пушкин, и просили прочесть его стихи и отрывки из других произведений. За правильный ответ дарили подарок – книгу, театральную раскраску и приглашение на мероприятие в библиотеке. Не только дети, но и взрослые, проходящие мимо, принимали участие в акции. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла?» Для библиотекарей эта акция – возможность привлечь новых читателей и представить библиотеку как место, где можно интересно, весело, используя для здоровья, провести время. А для детей такой интеллектуальный забег – повод узнать что-то необычное и найти новых друзей. Мы не сидим в библиотеке, выходим на улицу, спрашиваем горожан, участвуем в акции «Бегущая книга Росатома». Дарим людям хорошее настроение, веселье. Сейчас библиотекари готовятся к летней кампании. Каждую среду в центральном здании на Герцена 13А детей и взрослых ждут познавательные программы, игры, викторины, конкурсы и мастер-классы. Откроется летний проект 5 июня игрой расследованием «5 шагов к Пушкину», приуроченный к 220-летию со дня рождения русского классика. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.